Избирательной системе Краснодарского края исполнилось 25 лет. В честь юбилейной даты в Белоглинском доме культуры состоялось торжественное мероприятие. 20 ноября 1994 года прошли первые краевые выборы. Избирательную систему региона называют самой совершенной в стране. Каждая избирательная кампания – это экзамен. И регион его выдерживает всегда на отлично. Примите слова искренней признательности и благодарности за ваш труд. В зале собрались главы сельских поселений, депутаты, руководители предприятий и главные виновники торжества, председатели и члены участковых избирательных комиссий. Со сцены звучали слова поздравлений и добрых пожеланий в адрес людей, которые участвуют в организации и проведении выборов на территории Белоглинского района. Мы выражаем искреннюю признательность и благодарность организаторам выборов, членам участковых избирательных комиссий, ветеранам избирательных комиссий, всем тем, кто оказывает содействие и помощь в организации и проведении выборов. Желаем всем крепкого здоровья, счастья, совершенствования профессиональных навыков, стойкости и дальнейших успехов в благородном деле служения Отечеству. Председатель ТИК Белоглинска Елена Исакова поздравила коллег с профессиональным праздником. Зачитала приветственный адрес от председателя избиркома Краснодарского края Алексея Черненко. Поблагодарила главу района за поддержку и сотрудничество. Передала Александру Коклину подарок от дружной команды территориальной избирательной комиссии. Вот этот символ, он как бы, Ника, означает успех и процветание. Я желаю нашему району процветания, а самое главное, я желаю процветания и успехов, чтобы добивался наш глава района. Под наши аплодисменты. Церемония награждения началась с вручения краевых наград. Почетными грамотами и благодарностями избирательной комиссии Краснодарского края поощрены 8 человек. Благодарность председателя избирательной комиссии Краснодарского края вручается Базиевой Валентине Владиславовне, члену участковой избирательной комиссии избирательного участка 0501. Избирательная комиссия Краснодарского края проводила конкурс рисунков «Мой выбор». За активное участие и творческий подход награждена Полина Касьянова. Почетными грамотами главы района за оказание содействия в ходе подготовки и проведения избирательных кампаний отмечены главы сельских поселений, специалисты отдела в администрации, руководители организаций и предприятий. Галушкин Игорь Викторович, генеральный директор акционерного общества «НИБА». Благодарственными письмами награждены председатель ТИК Белоглинска Елена Исакова и все участковые избирательные комиссии, а их в нашем районе 21. Благодарственное письмо главы вручается участковой избирательной комиссии избирательного участка 0504, председателю Комарова Надежда Михайловна. Получает памятный подарок. Электрический чайник для того, чтобы всегда было горячо. На сцену за наградами поднимались председатели, секретари и члены участковых избирательных комиссий. Благодаря слаженной и профессиональной работе этих людей выборы в нашем районе всегда проходят на высоком организационном уровне. Избирательные комиссии в день выборов трудились, не покладая, как говорится, своих сил, не покладая своих рук, потому что настолько было все это мероприятие ответственно и действительно награды. Как говорят, нашли своих героев. По-моему, я всю свою сознательную жизнь являюсь членом избирательной комиссии, была председателем избирательной комиссии. Желаю всем своим коллегам творческих успехов и надеюсь, что дальнейшие выборы тоже будут проведены достойно. После церемонии награждения членов избирательных комиссий поздравили творческие коллективы Белоглинского дома культуры. Концертной программой завершилось праздничное мероприятие. Thank you.